А, типа, сейчас? Это мой момент истины. Так хочу показать тебе. Круто, но меня тут на ужин позвали. Может, позже? Ужин подождет. Ты должен это увидеть, Питер. Ну, ладно. Сейчас буду. Я что, снова нанят на работу? Пожалуй, заскочу. На минутку. Это Соболь, контроль. Какова обстановка в Бауэри? Демоны напали на блокпост. Признаюсь, Джей, я считала, что вы склонны к преувеличениям, но после взрывов ратуши я... Thank you.
вижу голубя. Не улетай, пожалуйста! Роза прилетела домой к своим братьям и сестрам. Всегда рад помочь. Ты ведь разбираешься в этих малышах? Теперь уже да. Но, конечно, Сандра знала их лучше. Сандра? О, моя жена. Ну, передай Сандре, у нее чудесные птицы. О, ага. Обязательно, Человек-паук. Еще раз спасибо и, пожалуйста, гляди по сторонам. Привет, доктор. Привет, Питер. Освобожусь через минуту. Ого, сколько тут всего нового. Испытание биосовместимости карбоновых нанотрубок. Thank you.
Неплохой вариант для вживления в ткань. Но можно придумать и лучше. Графен, но с уникальной структурой. Что это? Ух ты, круто! Словно нанорешетка. Вот это и правда сильно. Отличный структурный элемент для протеза. Док возился с суперпроводниками.
Как круто! Керамика из сложных оксидов. Идеальный суперпроводник второго типа. Нагреется, но сгодится для подвесного контроллера. Какой-то полимер. Шикарно. Самозатягивающийся полимер. Эта штука переживет что угодно.
Паркер. Мы все время работали над протезами конечностей. Пытались вернуть людям что-то, что они потеряли. Но вместо этого мы можем дать им что-то, чего они никогда и не имели. Что-то, что мы сами придумаем. Освободим себя от гнета ограничений тел, данных нам при рождении. Наш разум способен на великие свершения. К черту! Почему я все повторяю и повторяю одну и ту же ошибку? Нельзя верить Норману Осборну. Неважно, как это может навредить другому человеку, ради прибыли Норман пойдет на все. Да. Как понять, что грант не дали? Попробуй офисный кофе. Вы взяли все это оборудование? Да, с миру по нитке. Взял пару кредитов. Мы должны начать все сначала. Но в этот раз все будет иначе. Хорошо, что док разрешил мне хранить тут вещи на время выселения. О, Питер! Я заметил, ты следишь за врагами Человека-паука. Умно. И проще принимать нужные меры. Вы тут потрудились. Только начал. Понимаешь, мы все время неправильно понимали суть протезирования. Зачем возвращать людей в норму, когда мы можем улучшить их? Хорошо, так должно сработать. Готов? Все хорошо? Черт! Это все твоя вина, Норман, сукин ты! Я знаю, за кого вы точно не будете голосовать. Извините. У меня привычка дурно шутить в сложных ситуациях. Это хорошая шутка, Паркер. Просто я слишком бурно отреагировал. Нет, не волнуйтесь. Может, вам отдохнуть, а я здесь все подготовлю к новому запуску. Значит, простите, что спрашиваю, но похоже, вас с Норманом многое связывает. Мы работали в одной лаборатории. Подружились. Решили открыть дело. Мы оба хотели изменить мир, правда, по-разному. Стойте, вы были у истоков Аскорб? Да я наполовину и есть Аскорб. В старших классах назвали 2О. Да, добавить корпы, вот, так хорошо звучит. Но почему вы ушли? Норман все больше увлекался генетикой. Он начал проект, который я счел неэтичным. А потом... В итоге вмешались адвокаты, и я решил уйти в обмен на мировую. Но деньги вскоре закончились. Я живу на гранты с тех пор. Если этот проект рухнет... Не волнуйтесь, не рухнет. Но сначала я починю. Сварю-ка я нам кофе.
не забудь прогнать диагностику пульта управления. Возможно, там замыкание. О, ты не хочешь попробовать сам? У нас получилось. Теперь нейроинтерфейс. Очень много работы для одного человека. Вы точно справитесь? Очевидно, нет, с сегодняшней неудачей. Я еще не нашел новую работу. Мой бюджет пока... Я знаю. Не беспокойтесь, я разберусь.
Что значит пара баксов, когда можно изменить мир, да? За обновленный мир? Пропущен от МДЖ. Доктор, мне надо бежать. Вернусь позже. Не волнуйся, работа подождет тебя здесь. Это грустно и жутко, но у атаки на ратушу есть и хорошая сторона. Рейтинги, но... Плохо, что док так зациклился на Нормане. Это грустно и жутко, но у атаки на ратушу есть и хорошая сторона. Рейтинги Нормана падают. Что это? Здорово. Логический контроллер для микрокабелей дока. Эти штуки потрясающие. Намного более простой искусственный интеллект, помогающий управлять протезом. Привет, будущее.
У протеза теперь свой мини-мозг. Круто. Док занялся внутричерепным интерфейсом. Эволюционно, но пока нестабильно. Нужно довести его до ума. Прости, я пропустил твой звонок. Наш ужин в силе? Ужин? А, да. Я звонила по другому поводу, но... Да, поговорим за ужином. Я могу прийти и приготовить что-нибудь. Вот как. Что ж, я люблю риск. Я пока не дома, но куплю что-нибудь и дам знать, как вернусь. Хорошо, до связи. Так, ужин у МДжей. Сложно что-либо испортить, ведь никто ничего и не ждет. До ее звонка я могу немного поработать.